Ну, результат вроде устраивает, но качество игры не совсем. Не совсем в обороне отдельных футболистов, но и всей команды в целом. Потому что достаточно вальяжно, особенно во втором тайме команда действовала. И вот этот переход из обороны в атаку, концовка, это уже касается группы атаки, все-таки мы должны хотя бы доводить те моменты, которые у нас есть, до удара. Как там уже сложится, это уже совершенно другой вопрос. Вопросов по поводу обороны. Первый вопрос: как вам дебют Пиварича? Ну, если серьезно, то сможет ли он восстановиться к матчам Лиги Европы? Насколько серьезна травма? И самый важный вопрос, который волнует всех болельщиков: вы решили для себя задачу обороны в ответном матче против Маритиму? Кто будет играть? Возможно, это будет изменение схемы. И правдива ли информация по Виде? Третий вопрос. Спасибо. Еще раз последний. По Виде, правдива ли информация, то, что он уже подписал контракт и не сможет принять участие в матче с Маритимом? Ну, давайте я начну с третьего вопроса. Надо Вида готовиться к игре. Как он мне сказал, что он будет готовиться к игре с Маритимом. Что касается Пиварича, успеет ли он восстановиться, там достаточно серьезное рассечение, очень и глубокое, и очень большое. Оценить игру ни вы, ни я не смог. И как это будет в четверг, в каком он будет состоянии, но игровой практики у него не было. Тут нам придется, да, какие-то искать варианты, но посмотрим, будет день и будет пища.